Хорошие, всем доброе утро. Доброе утро. Вы на канале Пиратская жизнь. Так, ребяточки, я вам еще дрыхнет. Я встала сегодня пораньше. Встала пораньше. Сейчас пойду брови делать. Блин, хотела утром голову помыть, чуть не успела. Наверное, сейчас схожу. Там же в первый день все равно можно помыться в первый день. А вот потом, когда уже корочка будет образовываться, там уже нельзя мыться. Так что потом приду голову помыть. Так. Тем более сейчас пойдешь, там шапочку оденут, опять все волосы сваляются, будут грязные. Так, надо чай поставить. Сейчас нам что-нибудь покушать быстренько. И побегу делать брови, брови, брови. Сделаю себе коры. Чтобы было хорошо и красиво. Буду сегодня с бровями, брови стоял. Я, кстати, что-то сейчас лежала, думала, блин, надо вставать, надо пойти голову помыть. Потом думаю, да, ну-ка, смотри, здесь. Там же в первый день нужно просто их протирать водичкой. А водичкой, водичкой. Ну, соответственно, нормально. Блин, кушать хочется. Надо пожрать. Надо пожрать. Сейчас все быстро скидаем. Сейчас чайку себе погрею. Сам сейчас позавтракаю. Все дела. Вам сказала, что ухожу, если что, там будешь этот, сам себе погреешь, что-нибудь сделаешь. Так, что у нас, чай-то вообще есть? Чай. Такой есть. Royal Black Tea. Royal Black Tea. I'm loving it. Два кусочка погрею. Пирожочек. Так, как вкусно. Так, такой вот. Подым. Пирожок. Раз. Это у нас мясистый. Вот такой сладенький. Вкусно. Вкусно. У меня огурчики есть, больше с огурчиками. Я полноценный завтрак. Так. Колбаски здесь все есть. Это рады спокойно. У меня все есть, все хорошо. Сейчас секунду пойду там кондей включу, а то жарко. Таблетки выпить для пищеварения, ну, вообще
витаминки. Он до сих пор этот дышку принимает. Не, а что? Загораем мало, как говорится. Нужно, нужно. Плюс мне тогда еще этот йод прописали. Йодик, йодик, йодик. Так, вроде все. Так, раз, два, три, четыре. Витаминки все. Еда. Еда. Йод, витаминки. Ну, как говорится, девчонки, за здоровье. Блин, так горячий. Может, водичкой разбавить? Все, водичкой разбавлю. Что-то такое горячее. Сейчас пускай подзаварится. Так, пирожок погреем. Пирожочек, пирожок. Накрыть. Не хочу, чтобы потом грязным было. Там народ уже жаждет моих, понимаешь, уже реакции. Там они пишут, посмотрим на реакцию Нинки через 4 дня. Ну да, да. Скажу вам так. Прежде чем кого-то осуждать, кого-то оскорблять, давать какие-то клише, говорить, что кто-то там толстый, некрасивый или еще какой-то, понимаете, нужно в первую очередь посмотреть на себя в зеркало. Не через камеру, не через фильтры на себя посмотреть, а реально посмотреть и оценить себя в зеркало. Я вот, пожалуйста, девочки, вот, видите, затянулась, вот, какая есть, большая, маленькая, раньше была больше, да, сейчас вот такая, и пузо осталось, и сиськи остались, и жопа есть, все есть, куда тянешь? Но я же не осуждаю людей за лишний вес, правильно, я же не говорю там трехпузу и так далее. Некоторые себе так и позволяют. Походу, у них зеркало кривое. Потому что у некоторых, вам, знаете, правильно, реквием по тому, что было. Потому что они себя помнят молодыми, красивыми. А я себя не помню. Ни молодой, ни красивый. Я, как всегда, была полная, так и не осталась. И знаете, я это уже давным-давно приняла. Приняла, проработала, и все нормально. Все свои болячки я приняла и проработала, те, которые остались в детстве, понимаете. Меня там кто-то пугает болячками моими. Выпусти. Я сейчас такая, какая я есть. Смотрите, оценивайте. Вам еще водички. А вообще, как врачи говорят, нет здоровых людей, есть недообследованные. К сожалению, как показывает практика, психов у нас сейчас принудительно не лечат. Хотя, знаете, вот так почитаешь некоторых, и такое ощущение, что там вот давным-давно надо уже лечиться некоторым. В общем, очень так серьезно.
около 10 мг. Сахар добавим. Лимонный сок. Надо еще погреть. Он погрелся. Так. А зачастую многие люди, то, что они не принимают в себе, видят это в других, в окружающих. Понимаете? То есть, соответственно, у них есть триггеры определенные, которые они не проработали. И они это выплескивают на других, на окружающих. А уж, извините, всякие психологические заболевания, так это у каждого второго. Зайдешь, почитаешь вот эти вот. И думаешь, жалко, что вот у нас отменили принудительное лечение. Потому что впереди осень, скоро прям вообще. Боюсь, будет совсем все плохо. В некоторых. Мне-то что, я сижу, как говорится, вкусненько кушаю и в ус не дую. А кого-то там рвет. Как говорится, пострашный селик. Так, сейчас. Быстренько сейчас покушаю, я пойду. Так что вот такие дела. Так, ложка есть. Ой. Люди добрые, прежде чем кого-то осуждать, вы на себя в зеркало посмотрите, а не через камеру с фильтрами. Так вот. Так что такие дела. А у кого-то триггеры на определенные вещи. Может быть, этого нету в жизни, а у кого-то есть. Вкусные огурцы, как отец приводил. Так, это сладкий пирог. На эту сторону. Это, походу, придется есть ложечку сюда перегрелую. Покушаю, пойду делать брови. Красивая буду, чернобровая, еще неделю. С корабля на бок. Вообще, меня там призывают высказаться, что-то там сказать. Ребячка, сейчас говорю, я не буду втягиваться в разные скандалы, понимаете? У меня есть свое личное мнение, да, которое я в публичном пространстве не хочу высказывать. Если кто-то там хочет что-то говорить, что-то придумать какие-то байки там про нас, пускай говорят. Понимаете, я не собираюсь перед каждой шавкой оправдываться, понимаете? Пускай, как я говорю, там сидят, тешат спокойно, окей, пускай придумывают. Могу даже накидать всяких разных вариантов, как хотите, обзывать или... Знаете, я в своей жизни очень много уже прошла негативных людей, которые... Что только на меня не примазывали, что я и сидела, я и кололась, и что только не делала, там, понимаете, и подрабатывала там это место, и там, не могу даже вспомнить, понимаете, вот это все бред, я даже не запоминаю. Поэтому сидеть, оправдываться, там и так сидят, ждут каждое мое слово, чтобы хоть как-то тему раскрутить. Знаете, у кого-то темы заканчиваются, говорить нечего, потому что, ну, не общаешься с человеком, да, то есть, когда только с человеком лично общаешься, можно хоть какие-то выводы делать, как вообще он живет и так далее. А просто через картинку это, ну, неинтересно. И то, что было то, тоже все проговорено. Нужны новые, свежие, сочные подробности, а их нет. Только то, что увидел. Ну, нам пытаются как-то
примазаться, стригерить. Понимаете, а когда ты свои триггеры проработал, тебе это не только. Да? Потому что, знаете, на каждые высеры обсуждать это все, говорить. Хотите верьте, хотите нет. Я, короче, я не призываю никого не любить меня, не возносить, не менять обо мне свое мнение. Знаете, мне вот совершенно не важно, поменяете вы обо мне свое мнение, не поменяете, понимаете. Потом опять что-то произойдет, вы опять мнение поменяете. Я вот эти вот флюгеры не люблю. Хотите думать, что я плохая, хотите думать, что я хорошая. Думайте, что хотите. Это ваше дело. Это никак не поменяет то, что я буду снимать свои видосы, кушать, отдыхать, загорать, любить своего мужа, который у меня есть, живой, здоровый, наслаждаться жизнью, путешествовать, спать до 12. Еще пока не могу. График еще никак не перестроился. Вчера опять рано заснул. Ну, я знаю. Я свела до минимума влияние окружающего мира на мою жизнь. Даже если кто-то мне что-то скажет, даже если кто-то мне что-то там, не знаю, укажет, мне пофигу. Это моя жизнь, я ее проживаю. Мне совершенно не важно, что... Знаете, вот когда караван идет, а собаки лают. И вот вставать на задние лапки, на четвереньки, и лаяться с этой собакой, которая тебе одно, а ты и другое. А понимаете, кто-то должен быть умнее и пройти дальше, быть выше этого. Поэтому этот вопрос, почему я не вступаю в разные скандалы, которые мне пытаются каждый раз тянуть. И зачем лишний раз давать инфоповод? Моя правда останется со мной. Ну, а всякие там, кто меня там обзывают, оскорбляют. Я лишний раз понимаю, что на таких людей, увидев вот видео, что нету смысла обижаться на больных убогих. Потому что мало того, что там проблемы по психике, там еще и с внешностью очень большие комплексы, полное непринятие себя, отсутствие понимания, что возраст, что изменения возрастные, да? Вот, что все, молодость прошла, и уже ее не вернуть. Понимаете, с годами мы моложе не становимся. Только мудрый человек принимает себя таким, какой он есть. Я себя всегда такой принимал. Поэтому мне очень сложно задеть в плане внешности, каких там умственных способностей. Я про себя все знаю. Что, как, кто. Я-то здесь зарабатываю деньги. Продолжаю. Ну, кто-то нет. Так что, о чем это говорит? О том самом. Так что вот. Все познается в сравнении. Репро. Выспался. Более-менее выспался. Ну, а часов, наверное, 6-7 спал. Где-то. Уже получше. А вон вчера он все. Что-то у нас этот... Ну, не работает. Обновился все равно. Через который мы торрент смотрим по телеку. Он так не грузится. Я думаю, может, через 3 волшебную букву придется ставить. Фига знает. Давайте, давайте. Я буду говорить только тогда, когда мне нужно будет что-то сказать. То, что я знаю, что меня каждое мое слово будет внимательно слушать. А слушая каждое мое слово, я больше заработаю. То, что я отвечаю на хейтерские комментарии, на выпады в мою сторону, только в тех случаях, когда мне хочется немножечко приподнять, немножечко взбаламутить кого-то.
никогда прямо ничего не скажу. Я уже достаточно много ошибок наделала. Зачем мне это? Зачем мне повторяться? Да и то, что я хотела сказать, я еще 3 года назад сказала. Поверьте, ничего не поменялось. Может быть, сейчас я была бы менее откровенна, чем 3 года назад, когда я высказалась и высказала всю правду про некоторых людей. Вот. Может быть, сейчас бы я что-то утаила. Тогда я была более откровенна. Ну так. То, что пересматривайте мои ролики, старые на Ютубе. 3 года назад. Там все есть. Кто, чего, куда, зачем. И так далее. Хорошие, вкусненькие. Да, вообще, если кто-то кому-то чего-то не нравится, не нужно искать проблемы в себе. Пускай человек ищет проблемы в себе. Если тебе что-то не нравится, и ты продолжаешь эту порно смотреть, значит, у тебя есть непроработанные психологические проблемы. Это самое главное. Ну все, прорабатывай. Так, 11, обед 12. Ехать минут 30. Сейчас надо быстренько доедать. И пойду я. Ошибки все совершают. И по молодости, и от болячек никто не застрахован. Все мы люди, обычные человеки. Небожители не существует. Идеальных людей не существует. Некоторые пытались состроить себе ауру идеального человека, но, знаете, вот истинная сущность, которая заложена в человеке, она рано или поздно выйдет наружу. Как сейчас покажет. Так что вся сущность навсегда вылазит. Поэтому, знаете, очень сложно держать маску. Я поначалу там пыталась как-то там, знаете, и лифчик носить, да, и пыталась там не чавкать и прочее. Но если я такая, какая я есть. Я люблю ходить без лифчика, почавкать, что-то высказать. Зачем мне строить у себя то, кем я не являюсь? Я в один прекрасный момент поняла, что я долго не смогу это держать. Понимаете, кто-то в покерфейс и так далее. Нет. Либо я закрою канал свой вообще, потому что я не смогу держать маску. Ну, ту, которую вот хотелось бы, да, соответствовать идеальному образу. Либо я просто буду вести так, как веду, а дальше будет, что будет. И знаете, мне стало проще. Я спокойно снимаю свои видосы. Я могу спокойно говорить. Я могу спокойно есть, спать, отдыхать. Я не буду думать, как я выглядела, какой ракурс у меня там был, или еще что-то, понимаете, видео. Но мне вообще пофигу, понимаете. А ракурс, чавканье – это не показатель хорошего человека или нехорошего. Показатель хорошего человека – это его поступки. Слова, которые он говорит. Я не идеальна. Я не пытаюсь строить себя идеал. Короче, как-то. Ладно. Этот пирог есть не буду. Пойду я собираться. Хочу всем сказать, кто меня внимательно смотрит. Прежде чем кого-то осуждать, вспомните, есть ли у вас какие-то секретики, которые могут выйти наружу. Прежде чем осуждать чью-то внешность,
подумайте, идеальные ли вы формы, потому что могут всплыть ваши незапланированные фотографии, видео, где вы без фильтров, можно все это увидеть. У других людей могут всплыть секретики, которые они хранили очень долгое время, ну и так далее. Так что каждое действие может повлиять на определенный ход событий. Так что, может быть, проще жить своей жизнью, никому не лезть, никому ничего не доказывать. Потому что на самом деле никому ничего не докажешь. Потому что кто-то должен быть умнее и остановиться. Так что давайте я буду останавливаться на этой теме. Не хочу, честно, больше обсуждать. Я же всем все сказала. Отбрехиваться от всякой фигни, которая в мою сторону льется, я не собираюсь. Пускай думает каждый в меру своей испорченности. Хотите думать, что я такая? Думайте. Не хотите думать? Не думайте. Пускай вам будет так, как вы хотите. Пусть каждый, кто чем наполнен, так и думает. Все. Мы увидимся на следующих выпусках. Всем хорошего настроения. Живите своей жизнью. У нас сейчас прекрасная, теплая осень. Вот. Больше гуляйте, потому что скоро будет не очень хорошая погода. Успейте нагуляться. Сейчас грибы, кстати, надо с грибами сесть. Все-таки. Все. Мы с вами увидимся в следующих выпусках. Как всегда, на моем канале «Пиратская жизнь» Нины Вовчик. Если нравится, подписывайтесь. Не нравится, ну просто так смотрите. А увидимся в следующих выпусках. Пока-пока.